вами дядя Володя Страшный и Ямасаки. Ляха, до недавнего времени я и не знал, что слово такое есть. Ямасаки. Ну, весь день я крутил, вертел. То одно делал, то другое, в общем, кому надо, тот видел. И вот так вот я уже собрал. Ну и так хочется завести этот двигатель после того, как я вот это сделал. Но я думаю, что сейчас я подсоединю все необходимое для того, чтобы двигатель заработал. И вот это будет мой сегодняшний план на сегодняшний вечер. А все остальное это потом уже. Там цепь, то все, там сиденье, бак, это все потом. В общем, сейчас, сегодняшний вечер, я посвящаю тому, чтобы этот двигатель заработал. Почему заработал? Просто заработал. Вот смотрите, ребята, 20 минут я потратил, чтобы достать заслонку из карбюратора, чтобы ее зацепить за тросик. Я вот достал, открутил крышку, пружину достал, заслонку достаю. 20 минут. Хотел же не ругаться, но вот такой вот крючок сделал. Вот так вот. Да. Спасибо, ребят, без вас бы я не достал. Что, я вот ножку заводилку поставил, тросик газа подсоединил, тросик сцепления подсоединил, свечку выкрутил, подсоединил массу, подсоединил, значит, датчик включения передач, потом подсоединил из генератора выход, ну, который на коммутатор, на реле зарядки. Все это легко. В общем, вот зажигание, искра должна быть. Искра есть. Осталось дело за топливом. То есть надо нам разобраться с баком. У нас есть новый краник. Я сейчас поставлю новый бензокраник. Поставлю новый шланг. Фильтр, наверное, будет у нас старый, а может быть новый. Ну, сейчас я разберусь с этим. И будем пытаться завести. Ну вот, проверил краник, а он рабочий. Почему-то оказался. Странно все. Краник рабочий, поэтому вот этот новый я оставлю в пакетике. Здесь поменяю еще шланги. То, если он рабочий, нахрен его крутить, тут вертеть. Сейчас поменяю шланги и будем подсоединять. Долго искал когда-то купленный шланг. Помню, что он где-то висит. Ходил, искал. Ну и наконец-то нашел. Вот он. Сейчас будем демонтировать старый, ставить новый. Ну смотрите, что вам покажу. Поставил бензобак. Взял краник, новый шланг, и чем резать его, и краник не держит. Ай-яй-яй, придется все-таки краник менять. Или какая разница, что он не держит? Я прям не знаю, что делать. Видите, капает. Так текет, так тоже текет. Прям не знаю, что делать. Что мне делать, ребят? Ну, в общем, вы видели, так сказать, проблему. Краник действительно не держит. Этот краник тут с колечком, все как положено. Открутил, прикрутил и все. Короче, выход у этого краника вниз. Ну, для меня это даже, мне кажется, лучше. Поэтому мною решено менять краник на новый.
Старый на новый. Старый на новый. Берем ключ на 17. Убеждаемся, что здесь на 19. Берем на 19. Вот он. Смотрим, здесь резьба какая. Мне кажется, что обычная. И откручиваем. Грязи. Заодно я сейчас бензобак промою. Смотрите, ребят. Ай-яй-яй. И знаете, что я вам скажу? Здесь 13 миллиметров резьба, а здесь 14. Эта гайка сюда не накручивается. Вообще не хватает размера. Представляете, какая засада. Хорошо, что не запачкал. На сдачу. Ай-яй-яй. Вот так вот. Сейчас помою и поставлю. Ну, текет, текет. Что теперь делать? Судьба такая. Ну и так, вот бак я промыл. Залил свежий бензин. Краник старый. Вот так вот шлангом соединил, открыл, вроде бензин пошел. Я открутил вот этот винт, который сливает с лотковой камеры. Потек бензин со шланга. Сейчас вкручиваем свечку. Свечка старая какая-то. Не знаю. Воздухан я пока не ставил. Хотя я вот вообще противник заводок без воздухана. Это неправильно. Вот. Попачок какой-то фордовский. Ну, короче, что, пробуем. Симулятора, естественно, нету. Генератор работает. Вышек пока нету. Откроем так. О. Хотел сказать слово счастлив, но я рад. Всем спасибо, всем пока.